Я сегодня хочу повторить челлендж. Челлендж, который я уже проводил на Твиче, причем вполне успешно. Хочу сейчас его на Ютубе повторить. Задача такая: с пистолетов-пулеметов, точнее то, что в Таркове называют пистолетами-пулеметами. Стереомика, да. Убить каждого ЧВК, убить каждого ЧВК. С каждого ПП убить одного ЧВК. МП7 Вектор — это ППшки, которые спокойно конкурируют с автоматами. Вообще спокойно перестреливают. Причем векторы оба. И под 45, и под 9 на 19. 7.31 патрон, который из любой ППшки на 9.19 делает опасную машину смерти. Даже из Витязя, несмотря на его низкую скорострельность. МПХ, МП5 все еще хороши, но очень сильно уступают Вектору. Кедры за свои деньги и за свою доступность, я считаю, все равно хорошие ППшки. На начало после вайпа кедр в ближнем бою все может рвать. Сайга СТМ-ка — оружие для фанатов необычного геймплея, я так скажу. МП9 — слишком дорогие магазины, обе версии. П90 вроде как хорошая ППшка, но МП7 приятнее, даже на FMG. То есть FMG примерно как топовый патрон P90, MP7 приятнее. Там уже надо смотреть по стоимости патронов, по удобству, хотя P90 тоже хороший. Rotten Cotton, привет. Я уже заканчиваю, потому что я уже устал. Челлендж мы выполнили. Со всех ППшек в Таркове я убил как минимум одного противника. С некоторых даже больше.